Дорогие друзья и партнеры, приближается Новый год. И этот момент у нас всегда связан с надеждами. Надеждами на то, что наша жизнь будет лучше, успешнее, удачнее. На то, что Новый год даст нам возможность получить те результаты, на которые мы надеялись в текущем году, но почему-то их не достигли. Или с какими-то надеждами на то, что Новый год даст нам возможность получить те результаты, которых мы в этом году не смогли добиться. Или просто надеждами на лучшую жизнь и меньшее количество стресса, негатива. Я желаю вам, чтобы эти надежды действительно сбылись, и чтобы для вас Новый год был тем временем, когда реализуются возможности, а риски не случаются. С наступающим Новым годом вас! Дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Для кого-то он был простым, для кого-то не очень. И очевидно, что восхождение к новым вершинам, покорение вершин, новые победы, они еще впереди, а восхождение уже идет. Мы в этом пути идем плечом к плечу с вами, с нашими клиентами, партнерами, коллегами. И от этого нам становится веселее, надежнее преодоление этих трудностей. Вообще человеку нужен вызов. И принимая этот вызов, мы становимся более энергичными на этом пути, заряженными на успех. И я хочу призвать всех не падать духом, видеть впереди только хорошее, жить, наверное, сегодняшним днем и в то же время надеяться, то, что завтрашний день и следующий год, 24-й год, будет еще лучше. Впереди у каждого из нас горизонт новых возможностей. Как мы распорядимся нашим временем, нашими усилиями и куда приведет нас дорога, доподлинно мы не знаем. Это ситуация неопределенности, которая, с одной стороны, может тревожить, но, с другой стороны, радовать нас тем, что мы получим кайф от этого процесса, мы будем двигаться к неизведанному, и это будет давать нам дополнительную энергию. Почему? Откуда появится эта энергия? Мы так или иначе должны принимать риск, рисковать. И когда человек рискует, то он живет. Я вот всем желаю, чтобы все чувствовали в себе эту энергию, чувствовали в себе жизнь и любили жизнь. Если мы будем любить жизнь, то и жизнь будет отвечать взаимностью. Я в это верю. Я желаю в том, чтобы вы провели этот год, проводили его в кругу семьи, друзей, чтобы было крепкое здоровье, чтобы близкие радовали. И мы в Alpine будем всячески стремиться к тому, чтобы финансовые, налоговые, юридические заботы были, не омрачали этот праздник, а скорее даже, может быть, и решение проблем давало какую-то радость. Вот мы здесь для этого и работаем, в этом наша миссия и цель. Для того, чтобы вы, наши клиенты, действительно чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Будем вместе с вами над этим работать. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Крепкого здоровья, удачи. Merry Christmas and Happy New Year.